Всем привет, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Афанов Мьюзик. Сегодня мы с вами послушаем Такизава и DMT Boy Фрикс. Короче, да. Во-первых, первое, что я хочу сказать, что спрос на этот альбом был большой, и за эти пару дней вы меня уже заебали с комментариями, когда там DMT Boy. Вот, пожалуйста, наконец-то, да, DMT Boy, которого вы так хотели, так просили. Это, кстати, подтвердилось голосовалкой в телеграм-канале, где DMT Boy и Такизава заняли первое место по альбомам. Заняв, ну, набрав 33%, это на самом деле дохера, и они в целом набрали больше, чем любой другой релиз, не то что альбом, а сингл, ой, не то что, блять, альбом, а вообще любой релиз, вы поняли, да, поэтому надеюсь, что это того стоит. На самом деле, я спросил в чате у людей, многие говорят, что даже, типа, у штрих-кода альбом посильнее, а это, типа, как рофл и пишка, что-то такое, ковер имбище ебаное, мы сейчас его рассмотрим повнимательнее, я уже это вижу. Кстати, не ожидал, что у DMT Boy что-то выйдет вообще в ближайший момент, буквально на прошлой, блядь, пятнице целый альбом он выпускает, а теперь, ну, вот такая вот эпишечка с Такизавой. Ну, короче, мне очень нравится то, что происходит, потому что Такизава это как бы человек, который, ну, реально в своем жанре ёбнутые вещи делает и может просто в соло вывозить треки, а DMT Boy, он как бы биты обычно не портит, да. Ну, надеюсь, что сейчас не будет... исключение, и он взят, и будет отлично, да. Очень хочется на это надеяться, хотя это, по сути, какая-то рофлопишка, написанная за пару часов, насколько я знаю, там, или за пару дней, что-то такое. Ну, кстати, вот сейчас прочитаем как раз, да. Помимо Телеграма, чтобы голосовать за своих любимых артистов, вы еще можете подписаться на Twitch, потому что ребята сейчас на Твиче сидят, смотрят и кайфуют, а вы увидите это только через, там, часа 4-5, дай бог. А вот они уже давно... О, я посмотрел разбор Афанов Мьюзик. Ой, пойду, блядь, избивать же. Что несу, блядь? Короче, история создания мировейшего хита. В один прекрасный февральский день, февральский, да, собрались три гения. Инструментал Такизава, вокал DMT Boy, сведение Very Kid. Ну, база. Три гения, допустим. Вся EP сделана меньше, чем за сутки после дропа альбома про SF. Так и родилась на свет Фрикс EP. Ну, смотрите... сделан за неделю, а EP за день. На, ну ебать, это ёбнутая продуктивность, кстати. Привет, Кендрин. Я видел Флома Духа и писали в комментах, это ГК, поэтому мне интересно, что это вообще. Сидим, кайфуем, а вы там доедаете. Да, это база, поэтому на Twitch нужно заходить. Да, это точно. Там трек про карту с КС. А, Даст. Но я что-то сомневаюсь, что это тот самый Даст. Варикит сзади где-то на блоге. Давайте рассмотрим это юбейшую облогу. Блять, это пиздец, конечно. Варикит там, на островах Карибских, я вижу его. Вот он, я вижу его, да, там вдалеке. Вот. В общем, главный вопрос, то, насколько это круто, потому что, ну, сделано, блядь, за день. Что такое сделано за день, вы понимаете? То есть это может говорить о том, что либо это пиздец, как вдохновение поперло, и они разъебали. Ну, либо это просто какая-то некачественная хуйня по рофлу выпущенная. Хочется верить в первое. Да. Let's go! Я думаю, мы можем приступать. Прогнозик у нас был оформлен. Вы чё, блядь, сколько оно? Короче, верите, что я добавлю альбом вот этот полностью прям, да, в общий этот? Ну, ничего себе вы. Хорошо. Хуйня альбома чела, единичка. Я понял. Так, ну... Слушаем. Broken Sight. Или Broken Sight. Куда он сыт? Непонятно. Ну, давайте слушать. Let's go. I'm sexy. Меня бесит твой ответ, бро, ему нужен редизайн. Делай ура для того, чтоб ебаный мать. Сейчас джерк пойдет нахуй, вы чё, ёбнутые? Блядь, сейчас какой-то джерк уже начался, блядь. I'm sexy. Меня бесит твой ответ, бро, ему нужен редизайн. Делай ура для того, чтоб ебаны могли слезать. Режу рэперов, мой город по ходу Рязань. Я толкаю тёлку на твоей кровати под Broken Sight. Твоя семья будет раур. Ты можешь давать свои демки в больнице вместо калу. У меня сломан хуй,
нем блять какао. Никотин бьет по нервной системе. Не хочу из рэперов общаться вообще ни с кем. Ты зашел в фикс-прайс и пиздец охуел от шен. Я курю так много маленький 50 cent. Снимаю на порнуху на iPhone 5. Ты записал свой трек, можешь удалять. Бля, реально. Я беру мир, даю сам себе 5. Я советую меня сбегать. Я тури ебанутый, могу убивать. Ты в натуре ебанутый, ведь ты можешь пососать. Меня легкие мертвы, бля, походу dead inside. Я в рэпера нитки, а мы типа broken side. Так, ну, во-первых, спасибо большое за аннотацию, Dozen Maze. Спасибо большое, мы бы не догадались. Спасибо большое. А то что за iPhone 5, я думаю. Спасибо, да. Побольше бы таких редакторов. В общем, блять, ну как будто немножечко даже необычный звук от Димчи Боя. Вот этот снэр, который... как бы даже около джерк история, но это не джерк, потому что нету вот этого ау. Ну вы поняли, да? Здорово, Магнолия. Охуенно, я такого ненавижу, в пизду альбом. Ну. Ай, блядь. Ау будет? А, реально будет, типа джерка будет. Йоу, пиздец. Жестко же за день. Ну, блядь, если это вот один из треков, который написан, если это один из треков EP-шки, которая записана за день, ну это пиздец, я не знаю как. Нет, это хорошо, это мне нравится. Я даже хотел бы добавить это к себе. Так, стоп, 1.20? Проблемка, я думал трек минуты 2 идет. Бля, прикиньте. Вот такая тема, что как будто чуть-чуть душновато. Чуть-чуть как будто вот немного душит, но в целом мне нравится этот трек, надо слушать дальше. Мне нравится. Так и завательно, но окей. Да. Ну, короче, да он ебанутый, я не понимаю, как он это делает, он гений. Ну, надо слушать дальше. Гений вот этот человек, я считаю, вот. Dozen Maze, бро, ты лучший вообще, блядь, почему у тебя нету медали? Это, в общем, единственная аннотация у него на сайте. Просто посмотрите, что у чела на аватарке, блядь. Они там все короткие трачки. А, кстати, да, реально вижу. Но тогда, понимаете, вот как раз и проблема в том, что есть. Мне показалось, что трек минуты 2 идет. Всего 1.20. Вот это проблема, потому что я сам того не заметил, как меня задушило. Ну ладно. Хорошо. Хороший трек, мы его оставим. Мы его позиционируем, я думаю, как плюс. Я думаю, да. Но... давайте слушать дальше, да? Я думаю, да. Трубы горят. Батолом по трупам. Прыгни на меня, тогда там будет где-то 3 трупа. Мне пиздец как грустно то, что снафа нет на ютуб. Ради дохуя варика, все равно тусую на трубах. Я сделаю так, что ты забудешь, как тебя зовут. Я обоссал друга на хате, меня больше не зовут. Он говорит, мотри, хуйня нет, у тебя хуёвый слух. Ты сосёшь за репосты, я как сука распускаю слух. Такое говорить опасно, но у меня одежда в красных пятнах, говорю, что каст. Я парень станет призраком, но нихуя не каст. Меня отпиздили за дрэк, и завтра фоткаться на пасту. Я делаю звук, от которого твоя мать вахует. Мне стало так похуй, меня больше ничего не рад. Какие вы рэперы, да вы тупо аниматоры. Я как же заебал ваш рэп, хочу играть в аматоре. Черно-белые дни на ради интереса включил твой альбом и заблевал хату на. Если выложу трек про любовь, то знай, меня взломали. Я бы мог тратить на тексты минут 20, то мне впад. Бро, ты прожил хуету, от этого твой рэп ебаный. Да, грехи прикольные. У меня свага больше, долбоёб, держи дистанцию. Послушай мой пи, иди к психиатру на сеанс. Хочешь законнектить, у тебя нет ни одного шанса. Батолом два трупа. Прыгни на меня, тогда там будет где-то 3 трупа. Так, вот это мне меньше нравится. Ради дохуя варика, всё равно тусую на трубах. Вот диссонанс. Здесь он не задушил, потому что были разные гличи. Гличи, блядь, да. Разные интересные темы, но этот трек мне нравится меньше. Первый попизже звучит. Штрих следующий. После DMT боя мы послушаем один трек, и потом будет штрих. Да.
Какой вам трек больше нравится? Первый, второй? Как будто первый все-таки попище будет. Второй, второй. Никакой. Ну хорошо. Второй. Ху продюсер трубы. От Такизавы едим тебой. Продюсер бой Такизава. Чего? Да меня гениус сегодня удивляет. Сплошные факты узнаю. Здесь нельзя сравнивать треки, здесь альбом за день. Так в чем проблема? Ну смотри, просто понимаешь, в чем прикол? Мне как потребителю в целом должно быть вообще похуй на эту информацию. За день, за неделю, за год, мне похуй, я слушаю музыку. Ну вот, просто если так порассуждать. Это типа так уж довелось, что я человек, который в эту хуйню вникает. Но обычно люди не фанаты, которые просто вот так пришли, послушали, а че, ну за день похуй. Ну как-то так, так что по идее должно быть похуй на это. Один и тот же посыл в каждом треке. Ну так я же не про текст спрашиваю, а про треки в целом. Посыл, не посыл, это типа как бы вы... Бог. Не, посыл в целом у Димти Боя всегда один и тот же, что он пиздатый. Ну короче, в чем, ну, не то, что он пиздатый. А понятно, что это типа вот этот, что у него текст со своим стилем. Где угарный, грязный... Жестокий, блядь, и, ну, вот весь такой вайб вокруг него. Прозди другой посыл. Ну, прозди на площадках нет, да? Давайте начнем с этого. Прозди нет на площадках, насколько я знаю. Если есть, я в ахуе. Нет, его, я думаю, нету на площадках. Так что, ну, типа, хуй знает, честно. Хорошо, надо слушать дальше. Dust. Я не думаю, что это карта, блядь, в Counter-Strike, но... Эл! Хорошо, мне кажется, это пиздец трек. Вот судя по интрохе, судя по началу, судя по биту, я думаю, у нас сейчас выебут. Заново, конечно. Но это все-таки про карту, да? Окей. Штаны занижены, твои глаза опущены, твои пацаны отпущены, они нами отпущены. Они будут шалужами, хуже нас, нет, хуже мы. Лежу как отужены, они шаны, чьи-то жены. Если я завтра подохну, у меня еще будет 8 альбомов. Это чел убил гора крыты, хочу себе такую надпись над гробом. Если мне разбанят мой гений, узнайте, тогда я хуйню начал дропать. Где купить калаши и гранаты, я уже об этом думал в утробе. Алена, твоя тулка, да. Да иди нахуй, пиздец. Топоры подобная хуйня. Какой нахуй раз на раз. На мне снэбэк со стразами. Футболка мама факерсы. Моя тёлка ломалась и дала так сразу бы. Ебать эффекта что. Окей. Ну это пиздец, конечно. Но это пиздец. Хуже мы, лежу как отужены. Шандры, чьи-то жены. Я не молодой, платом, дитя не пидорас. Да кто, я не слышу. Похоже на развитие, кстати. Бля. Найс, отсылка, блять. Ну я тоже, наверное, буду, блять. Если я буду играть в Portal 2, я тоже буду, блять, вторым папищем. Вы мне это будете спамить. Я, кстати, ну, типа, ну, вот просто такую темку, что по одиночным играм из одиночных игр, ну, я, наверное, только Майнкрафт проходил, блядь, все. Я никогда не любил одиночные игры. Это сейчас намек на то, что мы можем когда-нибудь поиграть на стримах. Кто вообще Майнкрафт? Так это было давно. Давно, блядь. Лет сколько, блядь, назад-то, не знаю. Ну, в году 19-м, может, блядь. Охуенный трек, безусловно, лучший. Тут гадалки не ходи. Не ходи, блядь, она тебя обворует. Майнкрафт это лучше играло. База от Кенрин. Базированная просто история. А я что думаю? Как бы, я бы с удовольствием добавил это в плейлист. А, прикол в том, что, ну, типа, насколько это... Вообще слушабельно для нешарящих людей.
Как думаешь? Нет, это не было бы 5 за трендовость. Тут есть какие-то отголоски джерка, да, там в том числе и снэр, который характерен для джерка. Тут вообще вот этот как раз эу было. Но все-таки, во-первых, джерк, я считаю, не 5 в целом сам. Но он 4, может, примерно. Но я думаю, что это примерно четверка, тройка, четверка, где-то так. Я бы четверку въебал, наверное, это вот, если бы оценивал, я бы четверку въебал спокойно, я думаю. Короче, что думаете? Ну, давайте я спрошу вас. Сколько стримить будешь? До часа 3 постримлю сегодня. Да. Что думаете по поводу этого? До Ризы на РЗТ. Я думаю, да. Да, примерно так и будет. Киндерин, сори, я сегодня рейд РЗТ дам. Потому что мы там будем с ребятами смотреть Ризу. Вопрос. К ребятам вопрос. Сори, что отвлекаемся. Что мы добавляем это в общий плейлист? Я думаю, что там вряд ли что-то перебьет. Общий плейлист, если вы тут не шарящие, если вы там приходите только на Агонию, DMT Boy, штрих-коды, прочая вот эта тема, просто говорю, что это треки, вот, где в конце года мы будем сравнивать их как лучшие треки года и выбирать из них один. Да, трек такой трой. Но вообще, это же джерк, да? Это же джерк, поэтому почему нет, блять, да? Вот почему нет? Я тоже думаю, это джерк же. Слышишь твое мнение? Я вообще пишу только на Пикси, думаю, но если вот надо будет, я могу написать. Просто я пишу только, чтобы вот меня старичок этот заметил, а он, я не думаю, что реакцию будет делать. Хотя, может, будет. Можно добавить с пометкой? В плане, тут можно как-то помечать, серьезно? Я не знал. Так, мы потом переслушаем еще первый-второй трек, точно. Потому что нам тут есть о чем поговорить. Альбом пиздец необычный, скажем так, потому что... А подождите, ну, на Press-F не было же джерка, я же не конченый, да? Я не помню джерка на Press-F. Типа EP последний. Доходы давайте послушаем. Следующий торчок. Пока что очень интересная ситуация происходит. Но просто вы имейте в виду, да, это EP, состоящий из 5 треков. Соответственно, чтобы добавить EP, она должна быть изумительная. Я к тому, что, ну, единички плачьте, скорее всего. То есть, это должно быть... Ну, вот как, что мы добавили, да? Что мы добавляли, я сейчас скажу. Уже из епишек. Never Die, Дима Фифилов, Пися Попа, да. Там были все охуенные треки. Большинство. Там буквально один или два из 6 мне не понравились. И то они были сделаны хорошо, они просто мне не понравились. Так-то они... Тенда Мизантроп, это вообще ёбнутое звучание. Увечья, ёбнутый вайб. И адаптация, где буквально, по-моему, один трек мне не зашел. Он на Некро был. А, кстати, на Некро был джерк. Да, реально. Ага, окей. Плачем. Ну, посмотрим. Надо будет еще более точно понять. Тем более, мы еще 2 трека не послушали. Может, они вообще пиздец. Слушаем доходы. У них в мозге нахал твою, блять, она в это время лила слезы. Из-за меня очереди в морге. Буй храп на их глазах, они как будто кукол. Кто я не понимаю, о чем он говорит? Значит, твой день удался. Я могу тебе подкинуть педик, пару мотиваций. Там получится хуйня полная. За что бы ты ни брался, я не пишу за цветом, как ты. Я оставлю в твоем теле 2 дыры. Я всегда курю, только до хремоты. Вот это охуенная четверка. Рэперы кринж, ебаный, веду свои фан-аккаунты. Пиздел до хуя, теперь сдохнешь в моем подвале. Осталась лишь голова, а тело так не было найдено. Перед встречей со мной, у тебя 9-1-1 набрано. Дэм, ура, выебанное стадо. На мне пентаграмма, у меня
меня сейчас вайп сектанта. Рэперы делают, что скажу я, типа их куратор. Рахал твою тёлку, теперь от хуя трупами пахнет. Мои треки слушают отбитые долбоёбы. Есть какой. В Сони, Вегасе переходы. Кончил твою суку, теперь это твои заёбы. Нахуй рэп с продажи органов, больше доходы. Если тебе нравится Джек, то послушай Slats Savage как-нибудь, вас релиз. Ну, как будто надо. Согласен. Ну, Анки скоро должен второй Джек дропнуть. Там посмотрим, что будет. В целом, хочу, чтобы как-то в России Джер капался, потому что это очень специфичный жанр. И мне он пизда нравится. Из того, что я слышал. Если буду делать качественный джерк. Вот. У Вотера был неплохой джерк, я помню. DMT Boy. Охуенный джерк он делает. Вот это вот то, что сейчас происходит на EP-шке. Мне нравится. Анки, блять, как бы самая дефолтная, да, хуйня. Кто еще джерк делал в России, напомните? Вот джерк лучше всех Афан. Но это, кстати, как бы и не обсуждается особо, да, я понимаю. Послушайте, стрекс. Ну, бро, сейчас мы слушать не будем, потому что как бы EP-шечка посвящена Такизаве и DMT. Ну, видос в целом сам, да. И у нас дохуя чего слушать еще, поэтому не совсем актуально. Флом подрубил. Здорово, Зартишка. Да, я офну, когда Риза будет. Я рейд дам. Я там буду сегодня. Ну, может быть так. Фоном, но буду. Хороший трек. Предыдущие попизже. Но это тоже мне очень нравится. Здесь есть разные четверки, которые пиздато звучат. Конец только чуть подвел. Тем, что он какой-то более мягкий. Ну, типа, ладно, возможно, как выпускающий, да, конец. То есть, там, поняли, да, там уже чисто оставилась, ну, без баса драмка. Чисто снейр и... Все, блядь. Ну, доходы хороший трек, я его добавлю к себе. Но, в общем, я думаю, мы добавим один, чтобы, типа, чисто самый сильный должен с релиза. Короче, если что, да, с релизов, вот, с альбомов, с EP-шек, в общий попадают только самые сильные. Типа, нахуя мне добавлять трек доходы, когда я знаю, что он уже проиграет треку Dust? Понимаете, да, про что речь? Нет смысла. Если он проиграет треку Dust, значит нет смысла. Потому что он уже не займет топ-1 никаким образом. Да. Fuck up, последний трек, давайте смотреть. Сидят малолетки, я как в школе подоконник. Я кидай мне свои демки, чел, я геев не сторонник. Твои пацы отсосали, им поможет лишь намордник. Можешь бифануть со мной, если на тебе ща есть броник. Окей. Ну какой от тебя так и завай ебанут. Никого не убил, это и подбор. Я тебя трахну, потом кину. Это двое моих условий. Если удалишь все треки и умрешь, буду доволен. Твои бать на твои бренды, на мне сейчас вой. Навел дуло, наебало, он съебался дой. Твоя сука плоская, чё ебался с лозой. Мне так много дерьма, но говорю всем, что пустой. Опять за тобой. Я был съебал обратно, когда пришел за моей душой. И написал хуйню, теперь остался сиротой. А при всех выронил кровавый нож, сказал, это не мой. Хули ты такой назойный, вашему все раперы ща платят Ивана золото. У тебя на снипаке был пистолет с пистоном. Я написал коньяку впереди, нахуй делаю соло. Что хочешь в телеграм-каналу, что меня не знаешь. О, хорошая строчка, кстати. Я еду по эпанам и чувствую себя комбайном. Они говорят обо мне, пиздец, он ненормальный. Охуен трек. Бля, так и Зава, сука, это просто, понимаете, какой талант, блядь, ёбнутый. Подожди, а Днепр это Украина, да, если я не ошибаюсь? Давайте вот так, этот, Днепр Украина, да, я... Не пизжу же. Я просто, ну, в географии слаб. Да. Бля, вы понимаете, что это гордость Украины, нахуй? Пиздец, просто ёбнутый. Просто гордость, блядь, Украины, это пиздец. Я, понимаете, вот только со временем начал понимать, что это пиздец человек. Что он делает ёбнутые вещи. Реально. И Умси тоже с Украины? Бля, ну... Умси тоже мне очень нравится своей вот этой вот... Я говорил, да, неоднократно, подача у него охуенная. Флоу он абсолютно точно подбирает. Умси тоже охуенный, да. Но Такизава это прям вообще гений ёбнутый какой-то. А DMT Boy...
Блять, тут как бы, по-моему, даже не нужно говорить, что он гений. Чел очевидно, блять. DMT, Дэк, мои варяки-сарашки. Кстати, очень круто то, что, по сути, вот Декма, Варикит, Такизава, Умчи. Это вроде бы весь состав Агонии, больше туда никто не входит. Могу ошибаться, я еще только знакомлюсь с этими парнями, я думаю, вы знаете. Очень круто, что два с России, два с Украины, и типа это объединение, и никаких конфликтов у них нет. Я очень люблю наблюдать за такими темами. Прям очень кайфово, на самом деле, реально. Это очень радует. Их четверо в Агонии. Да, все, я понял. Это очень круто, да. А, смотрите, по поводу эпишки. А, мне тяжело сказать, добавить ее или нет, но баллы стоят серьезные. А, поэтому я принимаю два решения сейчас. Первое решение, я хочу переслушать два трека. А, факап добавляю, кстати, точно, да? Первые два трека. Чтобы понять, что с ними вообще. Может, мне показалось. Ему нужен редизайн. Делаю рэп для того, чтоб ебаны могли слезать. Режу рэперов, мой город, походу, Рязань. Трахал твою тёлку на твоей кровати под Broken Side. Нам не с тобой КБ. Твоя мама дает жопу, ведь этот реальный свэк. Отправляю органы, меня уже знают на стэк. Думаю, с тебя я пущу, вроде бро, это мой трек. Я фри как Мэнсон, блядь, ты фри как Хилми. Варим с твоей сукой, между нами типа химии. Он хороший, охуенно, мне нравится. Но он меня душит. Я хочу, чтоб меня ваши все ненавидели. Нахуй рэпчу играть на клавишах в Рамштайн. Если я сяду за треки, твоя мама будет ждать. Много пристрел в инете, сделал из него коржа. Захожу на твой аккаунт, когда грустно, чтоб поржать. Я трахал твою маму под LMFAO. Сделаю так, твоя семья будет раут. Ты можешь давать свои демки в больнице вместо кала. У меня сломан хуй, на нем цвет, блядь, скакало. Никотин бьет по нервной системе. Не хочу с рэперов общаться вообще. Ну, последние три трека пищи. Пиздец, охуел от шеи. Гораздо больше. Ну вот, он меня заебал. Трубы. Последняя это трека пищи первого точно. Батолом по трупам. Прыгни на меня, тогда там будет где-то три трупа. Мне пиздец как грустно то, что снафа нет на ютуб. Вроде дохуя варика, все равно тусую на трубах. Я сделаю так, что ты забудешь, как... Сколько вы добавили с кипишки? Напишите. Говорит, мой трек хуйня, нет у тебя хуёвый слух. Ты сосёшь за репосты, я как сука распускаю слух. Такое говорить опасно. Но у меня одежда в красных пятнах, говорю, что каст. Её парень станет призраком, но нихуя не каст. Я всё добавил два трека. Завтра фоткаться на пасху. Я делаю звук, от которого твоя мать маху. Мне стало так плохо, меня больше ничего не радует. Какие вы рэперы, да вы тупые аниматоры. Я как же заебал ваш рэп, хочу играть в аматоре. Чёрно-белые дни нахуй. Ради интереса включил твой альбом и заблевал хату на. Если выложу трек про любовь, то знай, меня взломали. Я бы мог тратить на тексты минут 20, то мне в бад. Брат, ты прожил хуету, от этого твой рэп ебаный. На мне оборванцы. Но у меня свега больше, долбоёб, держи дистанцию. Послушай мой пи, иди к психиатру на сеанс. Хочешь законнектить, у тебя нет ни одного шанса. Батолом два трупа, прыгни на меня, тогда там будет. Короче. Ща. Второй трек хороший. Но как будто мне чего-то не хватает. Вот лично, просто мне. Судить, если объективно, это пиздец крутой релиз, в самом деле. И то, что челы такое за день делают, для меня это просто загадка как. Более того, если мы сейчас, я всегда, всегда делаю такую вещь, потому что она идеально показывает, можно ли добавить альбом или нет. Мы имеем 4 EP-шки, которые сейчас вот добавлены, собраны за год у меня, которые пока что лучшие EP-шки в этом году. Если DMT Boy может, вот эта EP-шка, победить большинство этих EP-шек, значит, он точно достоин быть в этом списке. Пися Попа, я думаю, плюс-минус наравне с этим релизом. Мизантроп, та же история. Психозис, увечья. Тоже. Амнезия, адаптация. Адаптация — это пиздец крутой релиз. Чересчур. Пока что он выигрывает в целом все четыре предыдущих. Ой, все три предыдущих. Вот. Поэтому в таком случае, я думаю, мы можем добавить. Даже несмотря на то, что я лично сам добавил три трека. Это просто объективно очень качественная EP-шка, сделанная, блядь, с охуенным звуком и сделанная, блядь, за день. То, что они взяли и разъебали Джерк, будучи ебаными гениями, это пиздец. Поэтому я поздравляю единичек.
Поздравляю единичек. Конечно, вы получите не так много, но тем не менее. Тем не менее, да. Поздравляю вас. Чё за РЗТ с Алика у чела первый ник? Первое сообщение в чате. В общем, да, добавляем, я думаю, и с кайфом. Бля, охуенная епишка. Спасибо ребятам. В частности, таки Зави. Казалось бы, да, что битмейкеры часто находятся в тени. Но как будто вот Такизава это не тот случай. Респектище Такизаве, респектище DMT бою, респектище Варикиду, который, кстати, охуенно сел. Вы заметили, я ни разу не сказал, что с видос хуйня. Или то, что что-то не так, или мне что-то не нравится в звуке. Варикид. Мое почтение. Все, что могу сказать. Так что как-то так. Да. Это охуенная пишечка. В целом я кайфанул. Вначале чуть-чуть доебывался. Но первые два трека реально слабее всех остальных. Но не нормальные. Не хремат купи гайд у Варикида. Это база, кстати, да. Ну, бля, ну охуенно сведено. Мне понравилось. Я ни разу не доебался. У меня даже мысли не было, что что-то не так звучит. Спасибо Варикиду, да. Но я всегда говорил, Варикид ёбнутый талант, который максимально чувствует, максимально понимает музыку, которую делает. Это пиздец. Очень круто. Вот. Когда... бля, я не знаю. Может сегодня, может завтра. А может в понедельник. Надо там смотреть, что по штрих-коду. Если мы быстро штрих-кодом управимся, то сегодня. Ну нет, в понедельник вряд ли. Завтра, скорее всего. Короче, как-то так, да, теперь у нас в епишках 5 епишек уже за 2,5 месяца собрано. Нормально, че, я думаю, до конца года мы доберем, ну, штук 50, может меньше. Да, и потом тоже будем устраивать. Ты не второе место занял, ты третье место занял. То есть, как-то так, да. Ну, я думаю, наберем и будем слушать. Спасибо большое, ребятам, ждем новые релизы. Это охуенные челы. Блять, пизду. У него очень скоро альбом. Опять? А, у Варикида? Да, у Варикида альбом. Я жду. Так что, да, будем смотреть, слушать, внимать, вникать. Да. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарий. Не забывайте про Telegram, Twitch, Boosty. Все ссылочки в описании. С вами был я, Афан. Вы были на канале Afan of Music. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.